Всем привет, зрители и подписчики канала Эрик Антона Фет, малыш футболист. Итак, сегодня разберем новый ивент, команда сезона Лайф, ребят. Посмотрим, как получить бесплатно топового высокорейтингового игрока. Посмотрим в целом, что нового в ивенте, ребят. Ну а если вы хотите купить себе футболиста, открыть жирный пак, то следующие 30 секунд видео для вас. Лайк, подписка, колокольчик. Поехали! Ну а если вы хотите купить себе любимого футболиста, может быть кумира или просто любимчика, то сайт Автофуд для вас. Купить монеты ФК-24 с автодоставкой и системой антибан. Также получить по бонусной программе кэшбэк и можно будет купить дополнительно любую игру, подписку на Xbox, PlayStation, Steam, ребят. Ссылочка будет в описании, а также в закрепленном комментарии. Поехали! Погнали! Так, ребят, в целом хочется начать с Коло Муани, ребят, которого многие из вас хотят собрать, но не знают. Помните, да, что есть ошибка в задании, есть отдельное видео на эту тему, ребят. Многие до сих пор продолжают задавать эти вопросы в комментариях к разным видео, ребят. Вместо Макини нужен Инсини, ребят. И в целом, чтобы добить это задание, нужно играть с тремя игроками, которые были в этом задании. Итак, ребят, 40 уровень, выбор кумира, Центурион, да, Тотти, ЗД, видимо, Зимний Джокер, да, то есть посмотрим, кто выпадет. Видел на разных площадках, что людям выпадали здесь жирные, крутые кумиры. Зубастики, Пеле и остальные. Давайте посмотрим. Очень надеюсь. Да, у меня был Обеди Пеле дубликат. Пришлось его закинуть в СБЧ. И, ребят, Коу Хаджи. Ну, Хаджи точно нет. На месте Коу, понятно, у меня играет Рой Кин, любимчик из Манчестер Юнайтед. Ну, а Неста 92 у меня уже есть, но в любом случае я выберу, наверное, Несту только ради рейтинга. Сразу, ребят, скажу, сегодня также разберем еще, какие награды поменялись, да, в Экенд Лиге. И немножко небольшой спойлер для к будущему видео. Кантону я собрал. Итак, обновлены награды в ТОЦ, ребят. То есть во время команды сезона будут обновлены награды. Champions уже обновлены на тот момент, когда вы смотрите это видео, да. Сквад Battle обновляться с 21 апреля и Division Rivals с 25. Награды каждого ранга в режиме можно будет в ближайшие дни в разделе наград, ребят. Они реально поменялись, сегодня посмотрим как, но суть этих наград, что за в том же Weekend League, да, за каждый ранг, чем выше вы будете идти, тем у вас будут лучше ТОЦ, да. Сначала за, по-моему, до 9 побед, но это мы разберем, будут, соответственно, не ТОЦ, не выше там определенного рейтинга, и, соответственно, дальше. Паки, думаю, все копили, ребят. Еще раз обращаю внимание, что на игроки будут лайф улучшаться, то есть за 2 победы в 4 следующих матчах получится плюс 1 к общему рейтингу. И если клуб игрока, да, тут клуб игрок, перевод тоже немножко корявый, но я так понимаю, клуб игрока забивает 8 голов, понятно, что не сам игрок, вряд ли такое может быть, в 4 следующих матчах, то плюс 1. И учитываются матчи с 19 апреля. Поэтому, если собираете какую-то СБЧ-шку или поймали игрока, то не торопитесь его сливать в СБЧ или еще куда-то. Или продавать, да, он может улучшиться. Появился шотландец, ребята, абсолютно бесплатный. Сегодня разберем, обязательно его соберите. Итак, нужно не пропустить не более одного гола в 5 разных матчах, да, то есть 2 пропустили, уже не засчитается, да, ну и, соответственно, больше. Выиграть 7 матчей с 5 игроками из премьер-лиги. Опять же, обратите внимание, что здесь это все, как всегда, в 3 режимах. Сквад Баттл, Чемпионс, Ривальс, ребят. Игроков премьер-лиги. Обязательно в стартовом составе. Забить, отдать голевой пас полузащитниками, ребят. Здесь тоже имейте в виду, что позиция ЛФА, ПФА к полузащите не относится. Она относится к нападению. Если будете этими игроками что-то делать, не засчитается. Ну и просто сыграть. Даже не написано выиграть, но вы знаете, могут быть ошибки перевода. Лучше выигрывать. Сыграть 9 матчей с 3 шотландцами, ребят. Поэтому шотландцев не скипайте. Также появились задания ежедневная игра ТОЦ Лайф. Тоже, ребят, многие задают вопрос иногда, что это. Ребят, просто 3 игры в день. 3 игры играете в день, получаете завершение. Кубок подготовки к ТОЦ я рассказывал ранее, посмотрите. Галаса, Массиво, Бродир тоже почти выполнил. Не забывайте про ежедневное улучшение ИПК, да, собирать.
В общем, три игры играете, задание обновляется, делаете 5 завершений, получаете за каждое завершение набор, плюс еще общий набор, ребят. А общий набор — это набор с гарантией ТОЦ. То есть какой-то гарантированный ТОЦ. Тоже вопрос, будет ли там ТОЦ именно лайф, или можно будет его открыть позже. Появился, ребят, Хаверс. Сборка, конечно, такая феноменальная, наверное, для любимчика игрока этого, да, кто любит, может быть, этого футболиста или хочет им поиграть. Ну и статы. Статы приличные. Надеемся, он на них играет. Понятно, что я собирать его не буду, но, тем не менее, он здесь появился, поэтому можно присмотреться, кому это интересно. Также появился выбор игрока с 83+, и появилось, самое интересное, еще такое СБЧ. Это продаваемые. Тоже можете повыбирать, да, я чуть позже сделаю, то есть улучшение ТОТУ 81 продается, да. Игроки команды недели реально дорогие, поэтому, в принципе, можно подсобрать, если вам нужны монетки, да, пожалуйста, собирайте, ну, 85 рейтинг. Идем дальше, финал Champions, ребят, я снимал, соответственно, данный ролик еще до момента выхода. Понятно, что чуть-чуть оттянулась сама Weekend-лига, да, но, видимо, она продлится. Все так же, 20 матчей, отбор прошел, в принципе, легко. И давайте посмотрим, то есть сразу же с первого пака дается гарантированный ТОЦ максимум 90. То есть даже если вы все проиграете, вы свой ТОЦ какой-то получите. За 11 побед будет даваться ТОЦ выше 90 рейтинга. Есть за что побороться, буду стараться. Советую всем играть рано утром от московского времени, то есть когда регион московский спит. Ребят, ну, намного проще, во-первых, и контент, сам связь, да, идет лучше. Не контент, конент. Идет лучше. Ну и, соответственно, соперники как-то попроще, на мой взгляд. Ну и понятно, что чем выше вы идете, тем круче награды. И ко всем этим наградам добавляют ТОЦ. Где-то это один из четырех ТОЦ, да, Ultimate Team. Дальше идет уже там, будет один из пяти и так далее. Ну что, ребята, лайк, подписка, колокольчик. Любите футбол, играйте в ФК-24. До встречи на канале. И в конце видео нарезочка тех игроков, которые мне выпали за эту неделю. Всем пока.